Вітаю. В ефірі програма «Мистецтво 24/7», яку канал «Д1» започаткував спільно з Дніпровським будинком мистецтв. І ми стверджуємо, що місце для мистецтва є завжди. Мене звуть Максим Рябулов. І одразу до арт-новин України. В Дрогобичі 16-17 серпня проходить прем'єрна вистава «Юніверсум» на основі творів Бруно Шульца. Більшість акторів – переселенці з різних міст України. У виставі більшість акторів – це внутрішньопереміщені особи, і усі вони професійні актори театрів Маріуполя, Сєвєродонецька, Харкова, Києва та Дрогобича. Раніше разом ніколи не працювали, однак у Дрогобичі їм вдалося створити спільну виставу, йдеться у повідомленні. Зазначимо, що «Юніверсум» – це своєрідна фантазія на світ Бруно Шульца, бо виставу створили на основі його текстів. Адже Бруно Шульц народився у Дрогобичі та жив і писав там під час Другої світової війни. Організатори розповіли, що під час вистави відбуватиметься благодійний збір коштів на підтримку ЗСУ. Наступна новина з Києва. Українські актори театру та кіно запустили у мережі флешмоб «No Russian Actors», метою якої є припинення співпраці з російськими колегами. Авторка хештега, актриса Катерина Бондарська, заявила, що з ворогом працювати не можна. Пости зі своїми висловлюваннями щодо роботи на одному майданчику з артистами з Російської Федерації українці публікують на своїх сторінках в Інстаграм та Фейсбуці. Крім того, артисти склали петицію президентові України щодо заборони творчої діяльності артистам, громадянам Російської Федерації на території України. У петиції ще 90 днів для збору 25 тисяч підписів. Ініціатор петиції Валерія Ходос. Нагадую, що я виступаю проти всіх можливих сумісних проєктів з російськими артистами. Нагадую, що в своєму зверненні я казала про всіх. Нагадую, що проєкт не один, що їх декілька. Тому маємо, що маємо. Читайте, слідкуйте. Моя боротьба разом з іншими акторами, які підтримують мене і взагалі ідею зупинити це. Ми не самі. Ми співпрацюємо з юристами. Ми не просто будемо голослівними, як ви, можливо, очікуєте, що це все замнеться. Це буде юридично. Трошки згодом ми вам все розкажемо. Ми не зупинимось. З Харкова новина. Частина колективу Харківського академічного театру музичної комедії об'єдналася в музичний гурт і виступає для військових та переселенців. Репертуар колективу складається з українських та патріотичних пісень. «Ми така собі українська Абба, дві дівчини, світленька, темненька, і два хлопці. І цього достатньо. У нас колонка наша, усе, що потрібно, це 220 вольт, і щоб нас доставили. Ми не можемо великі гурти з собою возити, оркестр, інструменти, це демаскує», – сказав головний режисер театру Ігор Коваль. Наступна новина з міста Коломия. На Прикарпатті у місті Коломия покажуть виставу «Убогий жайворонок», щоб підтримати зруйнований музей Григорія Сковороди. Вистава відбудеться 24 серпня у Коломийській філармонії «Сокіл». У ній звучатимуть пісні і музика, авторства яких приписують Сковороді. Отакий захід, присвячений Григорію Сковороді. А ми до наступної рубрики «Гость в студії». Сьогодні наш гость – відомий актор театру і кіно, телеведучий Андрій Євсєєнко. Вітаю. Привіт. Вітаю. Я не дуже гарно розмовляю українською мовою. Да, ти, да, да, да. Ми... Вибачаюсь, перейдемо на російську. Звісно. Це пока. Да. Розкажи, як живуть тепер актери театру і кіно? Ой. Ну, по крайней мере, я ни о театре, ни о кино не думал, точно могу тебе сказать, первые три месяца войны. Оно как-то так все закрутилось, завертелось, что я даже не понимал, что, как бы, как об этом можно думать. Меня там начинает кто-то спрашивать, а вот там концерт, может быть, я что? Я говорю, какой концерт? Вы что, ребята, у нас столько переселенцев, у нас столько проблем, у нас столько нерешенных задач, какие концерты? Ну, хотя они
Паралельно шли, і мої колеги там виступали. Ти розповідав, що в тебе 23-го, чи 24-го, чи 25-го лютого мали бути вистави. Да, так. Год назад, виходить, я в Одесі випустив з двома народними артистами, з Женей Чепурняком і Жорою Ділієвим, спектакль на двоих. Но так как мы жили то в красной зоне, то в желтой зоне, у нас другая война была. От ковида. Да, от ковида. Поэтому там и много гастролей срывалось, и мы планировали очень много всего. Вот, и у них был небольшой тур, и они должны были 25-го сыграть в Одессе, 26-го сыграть в Бубамаре здесь, в Днепропетровске, в Днепре. А 27-го должна была быть еще одна моя выстава. Я как режиссер и как актер до Нового года выпустил премьеру «Иллюзию Бродвея». И висели афиши на Бубамаре, это концерт-холл в центре города у нас здесь. И когда все это началось, то для меня это, знаешь, вот было так, таким, я с первого дня оказался в волонтерском центре «Куст», где стали заниматься переселенцами, гуманитаркой, ну, все занимались тогда. Да, все. Но висели афиши. Я проходил мимо всего этого, я не понимал. И некоторые говорили, ну, у тебя что-то должно было быть. Я говорю, должно быть. А что должно быть? Спектакли. Какие спектакли? Знаешь, такое впечатление, что вот трещину жизнь сдала, и где-то осталось то непонятное. То есть понятное и в то же время уже незначимое, а пришло совершенно другое. И она в тебе еще не заросла. Ты знаешь, я, наверное, начал думать, ну ведь актерский, режиссерский посыл, да? Его же не остановить. Мысли начинают думать. Навіть на похоронах актеры спостерігають за тем, что происходит. И Макс где-то, ну, месяца через три я только понимал, что надо, наверное, может быть, какой-то фильм снять документальный про волонтеров, а здесь про тех, кто волей судьбы оказались в нашем городе. А вот уже, ну, там, я не знаю, месяц, не, наверное, недельки две-три, я вдруг начал готовиться к новому проекту. Внутренний... Это секрет? Да, ну зачем говорить о том, что пока это... Я начал с художественным руководителем Григорием Кайчем его обсуждать. Он на меня посмотрел так, говорит, ну давай, давай, будем думать. Тобто, место для мистецтва есть завжди. Хоч через три месяца, но оно бере свое. Ну, во-первых, будем говорить, что эти полгода войны, оно вот как бы... Ну, нельзя сказать, что привыкли, но вот этот адреналин, он уже начинает стихать, потому что, ну, я вижу по волонтерам, я вижу по людям, с которыми мы практически живем, а у нас как минимум сейчас вот осталось три шелтера. Это где-то 350-380 человек, которые живут уже у нас... Ну, по 3-4 месяца. Скажем. Да, даже больше есть. Даже. Вот. Ехать им некуда. Чем они заниматься будут, они себя ищут, пробуют, и не у многих получается. Я сейчас очень крамольную вещь скажу, молодых пытаемся двигать, или на западную, или за границу, или здесь кто-то, ну куда-то что-то. И у нас сейчас очень большой процент тому, кому за 60. А это люди точно никому не нужны. У них нету домов, у них нету ничего. И им уже поздно что-то починати заново. Да, да, да. И ехать некуда. И при одном только слове там, ну как у вас дома, у них начинают течь слезы. И ты работаешь каким актером, каким режиссером, ты работаешь психоаналитиком. Начинаешь успокаивать, начинаешь разговаривать. И вот это, ну... Вообще я считаю, что то, что появился после, знаешь, культурной столицы... мирной, концертной, фестивальной, появился именно шелтер, именно штаб, который стал заниматься гуманитарной и переселенцами, это очень здорово. Это, мне кажется, это логически здорово. Все вышло. И то место, где раньше я выступал как артист и как режиссер, теперь живут люди, и на сцене там вещи, и едят. Здесь стоят, и, ну, они едят на первом этаже, но вот весь концертный этот комплекс тепер превращен зараз в багато, большое общежитие. Зараз багато таких місць, наприклад, невідомий Петровський, там зранку кормлять переселенців, а ввечері там якась культурна програма. І я ж вважаю, що це здорово. Що ми не лучше б вони всі вдома сиділи, лучше б ми займалися своїми ділами. Вони спокійно жили в своїх домах, ростили внуків, дітей. А от скажи, оце новина була про петицію щодо... щодо недопущення громадян Росії в будь-які мистецькі проекти на території України. Там, в основному, там актори серіалу «Кріпосна». Ти там теж знімався, я хочу. Так. Як ти дивишся на це?
Понимаешь, Макс, еще с 2014 года у нас как бы ходили такие как бы, ну, разговоры о том, что надо меньше здесь приглашать. Тобто розмови були? Да, 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 да. Тобто це не спонтанне щось таке, а давайте заборонимо, а це причем, вже було. Причем, я признаюсь честно, я закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Меня к этому тоже можно отнести, но я точно понимал, что надо уменьшить и гастрольную деятельность, как это, антреприз, о, я забыл даже это слово, антреприз, каких-то спектаклей, причем это невысокого качества. Я понимал, когда приезжал там Линком, я понимал, когда приезжали там Таган, ну, большие мастера приезжали, это еще в те далекие времена. А сейчас были просто люди, которые косили деньги, да простят меня коллеги. Вот. В кино приглашают звезд медийных, не звезд, медийных людей, актеров, которые там у них, они медийные, но это все завязано на продаже материала, который снимается здесь. И мы тоже говорили, талантов море. В Днепре талантов. Очень много людей, которые да. снимаются, ну, снимались до февраля. И там Сеня Басенкова, театр Драмиком, он сейчас Драмиком, называется. Да. Да. Он снялся в главной роли, и, по-моему, он не вышел еще этот сериал. Там одновременно, по-моему, снимали чуть ли не 2 или 3 сезона. Талантливейший актер, как драматический, театральный и киношный. И он много снимался. И во всех местах Украины таких звезд, я не побоюсь этого слова сказать, их много. Их надо просто вытаскивать. И есть очень хорошие кастинг-директора, которые этим занимались. Они вот, и ты, может быть, даже здесь был на кастингах, когда приезжают кастинг-директора, которые отбирают, вытаскивают, и как бы это очень здорово. Да. Но политика такая была. Слава богу, сейчас она прекратится, я надеюсь. И финансовые потоки, которые шли оттуда, они тоже прекратятся. Потому что страна большая, Украина. Я думаю, денег у государства найдется. Я понимаю, надо восстанавливать города, все, но это должно быть параллельно. Должно... Сгадаем у Черчилля. Конечно, конечно. Это, да, да, да. Бюджет не подписал, потому что для кого мы воюем. Да. И это на самом деле так. Бойцы же там воюют за детей. Я же недавно где-то прочитал, говорит, давайте, надо остановить эту войну, потому что мы не должны ее переложить на плечи своих детей. А дети должны ходить в театры, должны ходить смотреть хорошее украинское кино, мультфильмы. Это школу все... мают. Да, да. И все это есть самое главное. Ну, такая вот политика была. Да, да. Я думаю, она закончится. До речи, ты с деякими театрами тут в Дніпрі співпрацював? С Драмікомом, я так... Ну, так плотно... Зараз шоу тебе. Нет, ну, понимаешь, у меня была... Чи ты себе сказал, что я вильный птах, что хочешь? Не-не-не-не, это все было на основе нашего театра КВН ДГУ. И последнее время я занимался, мне почему-то очень понравилось. Я первая выстава была, это «Нотр-Дам де Пари» по этому произведению. Мы решили вытащить оттуда лучшие как бы музыкальные вещи. Там нету прозы, назовем это так, да? А у меня в театре коллеги все очень хорошо поющие. Да, я привлекал сторонних актеров, я приглашал балет, и мы сделали такой лайт «Нотр-Дам», «Тайны Нотр-Дам» назывался. Легкое, на час, да? На годину? Не, две годины и с антрактом. И мы начинали в Бубамаре, лайт такой, потом мы вышли на, наши последние гастроли с «Нотр-Дамом» были в Авдеевке. Буквально за пару месяцев до горячих событий. Ух ты. Да, да, да. И меня тогда поразила Авдеевка, вся зашитая фанерами, вот это, ну, как знаешь, вот, ну, прифронтовой. Как мы зараз бачим. Да, да. И для меня тогда как бы было это, ну, мы понимали, что мы живем в войне, но она где-то там. Сейчас она уже пришла здесь, и... А тогда, я говорю, ребята, вы играете для людей, у которых ничего вообще здесь нету. И принимали просто потрясающе. А сами песни Нотр-Дама, они жизнеутверждающие. Там любовь, там страсти. И это было очень здорово. А перед Новым годом я выпустил «Иллюзию Бродвея». У меня давно была идея собрать великие мюзиклы мира, чтобы они были на одной сцене. Я придумал ход.
так как я не пою, по сравнению со своими коллегами, которые поют просто божественно, я всегда ими восхищаюсь. И я был такой немой клоун. Это моя детская мечта, и когда-то занимался клоуном. Тобто в твоей роли не было слив? Кастинга не было однозначно. Слов не было, да. Все это было такое... Это цікава роль. Я сам недавно в проекте в такому брав участь, что наче роль без слів, а все одно цікаво. И мне кажется, что выстава получилась очень дуже гарно. Ну, это мое личное субъективное мнение. Мне понравилось. И всем, кто участвовал, и зрителям. Но была одна премьера. Я думал, вот сейчас вот будет вторая премьера. Мы начнем потихонечку его крутить. Мы начнем его раскручивать. И будем дальше что-то делать. И наступила война. И я рассказывал, что открыли шелтер и висели мои афиши. Причем в шелтере, сейчас тебе открою такую тайну, долго не знали вообще... кто чем занимается. Ну, то есть я потом... А, волонтеры? Да, да, волонтеры, ну, и жители, как бы, шелтера. Ага. Работники там были. И долго, ну, я знал, что там вот парень с консерватории, там, причем очень много так коллектив подобрался. Консерватория, филармония, музыканты, джаз. Первый концерт был вообще сумасшедший джазовый, который мы там проводили на втором этаже, маленькое помещение. Я стоял, плакал. Вот просто играет джаз, а я стою и плачу. Здоровый дядька с бородой. Вот оно как бы все вот так было напряженно. И долго не знали вообще, там, кто я, что я. Потом узнали. Повесили здоровенную фотографию, мы распечатали там. Сюда что-то вход... Я сейчас не помню, что было написано, но никто не дал мне снять это. И оно провисело, наверное, недели две или три. Ну, такое это... Не, ну, це дуже торкає. Оно, знаешь, и культура, и вот это все, наверное, где-то и психологически, когда ты к этому невозможно подготовиться, но ты пытаешься это все переломить, то оно дуже помогает. А от ти зараз проект так, якийсь готуєш, це секрет, це нормально, а є в тебе якісь думки щодо, коли буде перемога? Я зроблю от этого и от этого. Ну, сначала мы, когда будет перемога, сядем, выпьем. Добре. Вот. А таке мистецьке. Є думки чи от, ні? Макс, все тебе надо рассказать. Добре, добре. Ты знаешь, я точно могу сказать, я даже не побоюсь, но я не знаю, как я к этому сейчас подхожу. Мне очень давно, ну, так как я стал, мало того, что я в музыкальном театре работаю, авторском, спасибо Григорию Рекачу Гельферу, Жене Чепурнику, они просто вот, Юрию Богуславскому, Саше Сергееву, даже Гена, который является уровнем нашего театра. И то он потрясающе поет. И у него в моей последней выставе он очень красиво пел. Угу. Вот. Есть у меня идея, я смело могу сказать, я хочу поставить настоящий украинский мюзикл. Угу. «Этно». Ну, назовем это так, знаешь, это сейчас такое рабочее название «Ромео и Джульетта», но это не будет похоже на «Ромео и Джульетту», но вот мне хочется, чтобы текла вода, чтобы было видно снег. Я вообще люблю такие вещи, вот шумовые, атмосферные. Вот, и мне хочется мюзикл, украинский мюзикл, чтобы была украинская музыка, украинские песни, но не в том виде, в каком мы его привыкли видеть, уже где-то заюзанный, да, простите меня за это слово, а именно вот в этноглубинной, потому что там такая глубина. Я начал читать, я начал слушать музыку, вот, альтернативной музыки вот, украинской, ее очень много, и меня это просто захватило. Ну, для этого надо написать очень классное либретто, тексты, надо песни, все. Но я к этому иду. Это я открываю смело, потому что я считаю, что в Украине... Як тільки ми почуємо, що Євсеєнко щось робить музикл, будемо зрозуміти, що перемога недалеко. Ну, потому что мне кажется, что это, вот этого как раз нету, потому что народ Украины, он очень певучий. И там такая глубина, что итальянцы могут позавидовать. Так, так. Та скільки переспівів за час війни ми почули. Це капець. Дуже тобі дякую. Чекаємо перемоги і українського мюзиклу. Дякую тобі. Я думаю, що ми совместно все це зробимо, всі вместе, тому що я останній, от ще якби таку річ скажу, що мені подобається порівняння України з роєм пчол. А, мені теж подобається. Вот, поэтому я хочу сказать, что вот этим роем пчел мы и мюзиклы, и спектакли, и кино, и телевидение все сделаем, понимаешь? Потому что ну, пчел же невозможно победить. Не сумніваюсь в цьому. Дякую тобі. Дякую. А ми до наступної рубрики. Сьогодні у нас в рубриці «Вірші з війни» вірш Олександра Зайвого читає дніпрянин Артем Сова. Пада, небо високе і чисте,
Глибіючи плеси ріки, осипаються градом іскристим червонястих калин пелюстки, дивне лоно осики черешень солов'їним весіллям гаю. Угорі, мов русаленка чеше, сонце косу рисяло свою. Я б хотів народитись рікою, і щоб крізь голубінь навмання поміж рязкою та осокою по мені попливло качення. Ліричний такий вірш, щоб по ньому проплило качення. Таке мрії про мирне життя під час війни. А ми переходимо до наступної рубрики «Арт-новини світу». Фільм української режисерки Крістіни Тінькевич «Як там Катя» здобув 2 нагороди на міжнародному кінофестивалі в Локарно. Картина отримала спеціальний приз журі «Сіне Плюс», який передбачає її промо-кампанію у Франції, а виконавцю головної ролі Анастасію Карпенко визнали найкращою акторкою. Фільм змагався за нагороду конкурсу з 14 іншими стрічками. «Як там Катя» – це режисерський дебют Крістіни Тінькевич у повному метрі. Соціальна драма розповідає про лікарку швидкої, яка шукає справедливості в недосконалому світі, щоб перемогти систему. Виробництвом фільму займалася компанія «Евос Фільм». Продюсерами стрічки є Ольга Матат та Влад Дудко. Ти ж вдягнеш тобі у сукню на вечірку? А, так у нас буде вечірка. Звісно, буде. Дай мені спочатку з ремонтом зібратись, бо мені ще твої сніжинки по всьому Києві шукати. Тоця, що ти накрутила? А твої скільки? 12. Ось вона підросте. Куди ж приїдете, щоб вона поїхала десь? У мене погано, знаєш. Я тебе дуже добре Отже, ця картина отримала призи фестивалю в Локарно. Крім того, на цьому фестивалі відзначили нагородами польсько-німецький документальний фільм про Україну «Синдром Гамлета» режисерів Ельвіри Нівєри та Пьотра Росоловського. Робота отримала гран-прі «Тижня критики» та премію незалежних швейцарських критиків за найкращий документальний фільм. Героями стрічки є 5 молодих українців, сформованих Майданом в 2014 році, натхнених силою політичних змін та зранених війною. Я Гамлет, тому що я контужений. Я Гамлет, тому що я боюсь. Я Гамлет, тому що я досі живий. Ночі обстріли. Так і пішли 1,5 року. Що ти хочеш почути? Жити чи не жити? Стріляй, стріляй! Страх!
Отакі цікаві трейлери до двох фільмів, які варто подивитися, як ми зрозуміли, це з трейлерів. А ми до наступної новини. Вона з Германії. До Дня Незалежності України Київ Сімфоні Оркестра під орудою Луїджі Гагего зіграє концерт із музикою українських композиторів. Просто неба в парку Хаусен-парк Гера, Німеччина. Саме в цьому місті оркестр отримав тимчасову резиденцію для підготовки наступного туру на підтримку України. У програмі цього заходу Микола Лисенка – увертюра до опери «Тарас Бульба», Мирослав Скорик – гуцульський триптих та мелодія «Міля мінор», Людвіг ван Бетховен – 12 контрданців для оркестру, Левко Ревуцький – симфонія номер 2 – мі-мажор. Вхід вільний. Нагадаю, що виступ відбудеться у Німеччині. 13 серпня хор і симфонічний оркестр Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка «Схід опера» взяли участь у безпрецедентній постановці опери Гулака Артемовського «Запорожець за Дунаєм». Її прем'єра відбулась у польському містечку Осса в рамках проєкту «Новий голос. Україна зробимо оперу зразом», ініційованого Польським національним інститутом музики і танцю. Маємо експортувати українське мистецтво та і демонструвати всьому світові майстерність наших митців. Це відкриває нові перспективи для співпраці у майбутньому, зазначив Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. Наступна рубрика «Момент мистецтва». В Казахстані записали та зробили музичний кліп на підтримку України. Двоє казахів зіграли на домбрах, не плутати з українським інструментом домра, змонтували відео, і от що вийшло. Як на мене, дуже гарно. Дякуємо братам-казахам. До речі, в Радянському Союзі була приказка «одна палка, два струна», коли хотіли сказати про щось надзвичайно просте. Так от, це неправда. Домбра звучить неймовірно. Головне – мати хист для створення мистецтва. І місце для мистецтва є завжди, в кожному з нас. Так стверджує канал «Д1» та Дніпровський будинок мистецтв. Слава Україні!